Котик скажет мяу, а енотик скажет я не мужчина. Я жду объяснения, почему ты решил, что ты можешь мне подарить, точнее отправить посылку в Wildberries. Скинуть штрих-код, чтобы я поехал забрал и именно это отправил. Почему ты так решил? Зачем, во-первых, мне наклейка инвалидная? Это во-первых. А во-вторых, зачем мне ушки кролика или зайчика, животного? Значит, почему я должен получать, идти у армянки там, в магазине, краснеть, стоять перед ней, когда она мне вот это выдавала? Почему? Пил нарезку твоего прошлого стрима, как можно за 6 человек унизиться. Тем более, ты выключил школьникам урон от рук и урон от зоны. И все равно все проебал, ты просто затупок, это жест. То, что ты вообще там сиди молча, видел ту предысторию, ты вообще знаешь, что у предыдущего потока ты, Глэк? То, что я поддавался, я специально перед потоком тот раз сказал, здравствуйте всем, сегодня я поддаюсь, потому что я игривый и импульсивный. Это все прекрасно помнят. Я 6 часов поддавался специально, чтобы вы поиграли, а не то, чтобы я играл. Все, я просто играл с вами за компанию, поддавался. Тот поток, это был тренировочный поток, поддавание. Я вас сразу скажу, что у меня лагает интернет, пингует, и я буду поддаваться весь поток, тот поток, предыдущий, бас, зомбу. Ты этого не знаешь, дурак? А то, что ты уже видишь, там монтажировал это пидаса, то, что он там наклепал говно, я его мать знаю. Это он уже, сука, с контекста вырезал 6 часов оттуда. Жду твоего тотального унижения и новую сочную нарезку от Трича. Женская слабость. Уступай место Пене. Он играет лучше. Вот он, пока вот тот пи***р там будет монтажировать, вот тут свою шалтай-болтай, балалайк. Я сосал хуй. Ты сосал. Хорошо сидят. Я сосал хуй. Я сосал хуй. Кстати, наклейка инвалида великолепно смотрится на фоне лова БМВ. Сразу такая хорошая концепция нарисовывается. Вот, смотря. Вот я их одел. Смотря. Вот я их сейчас одел и сижу сейчас у них, смотрю на вас, пожалуйста. Да. Вот, пожалуйста. Вот сейчас я сижу, да, сука. А вот, пожалуйста. Вот такие вот получились ушки, зайчики, да. Это мне прислал Тидрах. Это единственное, что там из подарка нормально. После этой фотки пены с ушками даже не хочется, а каких-то рофлянок писать, ты там уже и так себя попустил. Вот, машинку дед купил, машинку... БЖ, да. Видел, что Трич ТВ запустил только что? Ну ты ему пизды за это должен дать. Что? Балакас доказывает, что он не лысый. Все. Ну, по сути, ничего нет такого, хуйня. Как обычно, стабильно, все, ничего нового. У меня второй день не работает сайт. Я очень, ну, честно сказать, ну, расстроен. У меня не работает один из моих любимых сайтов второй день. Я думаю, вы знаете, какой сайт, я не хочу сейчас говорить о нем. Вот. Итак, смотрите. Миротворец вроде бы работает. В чем прикол, бля? Что-то я не понял, это что, чучело котов или что? Высушено. Это чучело котов высушено? Да, женщина это как сигарета. Иногда хочется, но, сука, вредно. Вот. Но пока мы молодые, мы не замечаем этот вред. Но чем старше становимся, тем понимаем, что это вред. Боже, это что такое нахлынуло на меня? О, пуки! О, my friends! Ты чё, дебил? Раз, два. Итак, смотрите, представьте ситуацию. Вы пришли в контактный зоопарк, а там начинается вот это. Я русский,
Как меня могла убить машина на скорости 2 километра? Ай! Сука, блядь! Их много! Количество большое! А я один! Один в поле, воин! Да, только если этот воин не ты. Что бы сделать, чтобы было по-честному? Может быть, сократить количество челов? Ну реально, сократить, взять не 100 челов, а 50. Давай, давай, ты еще одного оставь себе и безоружного. Ну ты получил ебасос. Да. Блядь, пизда, да ладно. Да ты чё, прикол или чё, чувак? Здравствуйте, Валерий Альдарович. Хотим вас поздравить с рекордом Геннесса за самый сильный попуск в истории. 0.15 это еще никак не удавалось побить. Да? Еще раз поздравляю. Пошел нахуй. О, малыш, ты вырубался. Ой, блядь, тихо, 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 маленький. Ты че, ебанутый? О, боже. Ай, где мой перс? Я не смог сесть на свое место, у меня писало место заблокировано, хотя оно было отблокировано. Сейчас у меня игра забаговала, я не смог сесть на водительское кресло. Отвечаю, вот реально, игра баганула, в этот раз мне опять не повезло, игра баганулась. Вот. Валера, ку. Да, блядь, я нюхал. А, блядь, что за хуйня? Подожди, я не видел. Но это не считается, потому что я его затыкал. Реально затыкал же. Есть желание сделать деду приятно, можешь заказать набор инструментов на Привет, Озоне. Привет, дед, не хочешь мягкий знак, залететь на Трово и посмотреть попущена вы краткое раз. Это несложно, просто куда? Ретранслируй свой стрим в PUBG на Трово. В смысле, так у меня так там? На Трово поток идет, в смысле на PUBG? Давай-ка, дам тебе мотивацию. Проиграй, если считаешь, что Украина победит рез месяц. Блять. Бля, не сел в машину, понял? Типа, просто, физически говоря, у меня не хватает патронов. Просто, реально. У меня не хватает патронов, чтобы убить 100 человек. Это нереально. Да. О, я придумал. Надо синюю зону убрать, типа, смысл от нее какой. Если они такие крутые, давайте уберем синюю зону и все, реально. Я уберу синюю зону. Я уберу синюю зону, чтобы она не дамажила. Мне она, типа, не нужна. Дедушка, привет. Поздравь Катеньку злую с днем рождения. Катенька, у нее АСТ юбилей. Может она добрая все-таки? Катенька злая, солнышко, с днем рождения тебя. Малышка, кошечка, писечка. Давай, давай. Ой, блядь! Подожди, что за бред? Я же отключил. Блять, я же убрал дамаг. Это что за хуйня? Любой человек на моем месте, он бы не выиграл бы это. Потому что ну, они тащат количеством, да. Играть они не умеют, а ну как? Их задача заключается в том, чтобы помешать мне залутаться. Все.
Это основная задача. Но это не мудрено, да, просто ранить машиной, машину мою, как бы, здесь любой даун может, по факту. А моя задача это, блин, вовремя собрать патронов нужное количество, чтобы зона не убила, это жесть. Да. Если бы у меня патроны бесконечно были, то есть, да, сумка большая, я бы набрал, конечно, потом бы просто ездил, отстреливался бы и все. Короче, блядь, по факту я выиграл. То есть, по сути, да, они попуски, а я сильный, я мужчина, я монстр.